Всем доброго здоровья, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Мы вернулись в игрушку Гипс, надеюсь, вы ее помните. И спасибо, что сообщили об обновлении. Здесь появился такой интересный режим. Режим, да, совершенно другой, короче. Меняет геймплей, это такой Tower Defense. Ну, в каком-то смысле, да, нужно защищать свою базу. Ну, точнее, это на Tower совершенно. Пока что да, пока что. Какие-то развалины. О, слушай, а мы можем даже уйти отсюда. Ну, смотрите, мы не пойдем. Фишка в том, что через 2 минуты, как я понял, будет нападение, и у нас здесь есть вот такой интересный столик, на котором мы можем прокачки различные делать за свои денежки. Вот, например, чтобы больше предметов из врагов выпадали. Да. Также мы можем потом расставлять выживших, которые будут защищать эту базу. Я так понял, колокольчик нужен, чтобы быстрее призвать волну. Миша, зачем? Зачем ты это сделал? Они вон с той стороны идут, да, Миша. Да, сюда поперли. Сейчас, да, дичь какая-то начнется. А ну, псы, выходите. Что-то аж даже это, залагал, подключивает, что походу там это... такая огромная армия. Ой, а, с стой, этой а почему с этой? Понятно. Слушай, давай-ка здесь разбираться. У Юли пушка просто мощная. Мы своих персонажей откопали. Давай, здесь, кстати, вот, еще отлично. Хэллоуин. Есть еще новые события, которые не показывали. Во-первых, торговцы, которые гоняют по карте. Да, Мишкин, потом, ты разберешься. Что у нас еще появилось? Какой-то дом. Интересно, мы, может быть, потом покажем. Я не знаю, сколько мы здесь будем вообще в гипсе. Миш, вот с этого убей, пожалуйста. А как что ближний бой-то? Мне просто на него жалко. О, у меня топовая пушка. Сейчас она зарядится. Вот так, Юль, надо пилить их всех. Слушай, нифига себе, тут за количество народа просто все с ума сходит. Все, я здесь неплохо. Сейчас я их вот так покромсаю. Смотри, Давай, смотри. Вообще, а ну пшли вон отсюда, вам меня не взять, не получить. А я еще хорошо стреляю. Все, Юль, с левой стороны сейчас пойдут. О, что-то я получил. На срез-то падает, да, вон, видите, резцы. Оборотень. В любой момент потом можно строить, например, чтобы они здесь не ходили. Сейчас, например, а как жахнуть-то мне тут? А, вот можно повернуть. И сейчас я про... Вот, все. Да? Вот, видишь, теперь они здесь не пройдут. Нет, на курок, на самом деле. Все, и видите, у нас теперь такая хорошая траншея. О, Миша, аккуратно, аккуратно, давай, беги. Отступаем нас чуть-чуть. Ой, о, он одичал, он одичал. Юль, все нормально. Ого, мы быстро его развалили. Слушай, следующая волна через 7 минут, на самом деле. Песик. В принципе, он, о, детали, не забываем выжил, собирать. Он не выжил, да, он не выжил. Все, я пошел. Миша только, по-моему, да, может строить. Ну да, как я первый игрок, все-таки могу строить только я. Но ничего, это не так страшно. Пошла вот так, рукопах. У нас общак деньги. А, не общак, деньги. Нет, нифига. А как я прокачиваться? Погоди, тогда мне нужно это. А может, тогда мне тоже можно строить? Ой, уходи. Вот так, вот так, вот так. Ты сейчас выйдешь с карты, уйди. А то сейчас еще... Я бы его зашинкал, вот. Блин, Мишка, ну ты бы хоть мне помог, да, погоди, мобил, достану с него. Нет, ах ты пес. Ты могла нажимать. И вот если бы был тут это, как сказать, friendly fire, ё-моё. Ладно, пойдем, у нас долго никак. Кого-нибудь, я бы тебя высекла, вот так, я тебе отвечаю. Ладно, высекла она. Я бы тебе дробешник. Давай, может, зад помощников поставим. Давай. Сейчас ему шляпы дадим. И смотрите, здесь можно находить, как сказать, слушай, материалы. Нам вот бы еще... жизни реально. Нам бы день. А подойди ты к столу, нажми А. Так. О! А, у тебя свои прокачки, свои эти. Ну, во-первых, блоки тоже покупай сверху, которые вот самые это? Левые самые. То есть нужно начать, вот, да, все, вот. Все. Че, вот это. Да блин, вот надо. А слушай, а что у тебя нету описания? А фиг знает. Я вот как могу. А ну, могу я сразу вот этот нет? Нет, нужно. Погоди, ну куда ну ты? Все, короче, я все потратила. Сумасшедшая. Так, и что теперь, как смотри, я могу это ставить? Вниз нажми этот на геймпаде. Что-то я выйду, нажми ты вниз. Все, мы разобрались, у нас геймпад просто уже старый. Да. Не закрываю я нижний. А, залез. Они же рушить будут. Так да. Ну и заляпай к чертям. Так, на курок. Жбамк. И на X ты можешь потом еще поворачивать. Зажми X, Юль. Сейчас, погоди. А, у тебя уже не хватит. Он 250. Стоит. Блин, ну как так? А мы можем одновременно строить? Мы можем одновременно, с чем мы мудим? А, ну оки-доки. Так, а как из этого режима-то выйти? А просто еще раз вниз зажми сильно и все, выйдешь. Вроде, да. Вот, я бахну сюда здесь, чтобы они не могли пройти. Ну все, я подожду, покоплю на самом деле вот эти материалы для вот помощника, так сказать. Все, смотри, как хорошо. Вот пусть они... Вот, короче, вот так. Можно... Давай это ускорим, может да, быть. Да, погоди, я сейчас почитаю, что я могу еще купить. Я хотел купить... Это можем еду захилиться-то. Можно, да, кстати, интересно. Динамит можно вон
создать. Да тут чего нету только. Здесь офигенная прокачка, на самом деле. Экстра, как его, оружие дают этим защитникам. Ну ладно. Но это потом, это потом. Стой, а я могу эту штуку поставить теперь? Мне вот интересно. Да, но он 200 материал стоит. Ну, короче, все, вызываем, да? У меня 210 материалов. Слушай, а как вот оружие менять? Единственное, что я забыл. Я поменялся? А, все, на О, они уже здесь. Все, я нажал. А справа Дед, сейчас пойдет. Страны. Да, здесь побыстрее. Как ты понимаешь? А вон, видишь, у нас вверху, куда свечу, нарисовано наше здание. Ну, и 20 секунд, вон, они, видишь, идут. Да-да-да. А тебе минуту. Причем... Не, я просто тогда что-то смотрела, как будто с другой стороны. Они а могу пошли. Я эту штуку... О, да. Видишь, я тебе говорю. А может быть, они не с той стороны, а просто ух ты, блин, они что, пробили просто, пока мы тут походу, укорекали? Походу, слушай, жесть. Ё-моё, слушай, надо спрятаться. Они там зареспаунились. Ё-моё, какое количество. Игруха не готова к такому. Да, и компы, и игруха, ничего не готовы. И мы не готовы. Деньги я заберу. Не, мы-то готовы. И Юля все в одно жало. А, нет, нет. Сейчас я запилю. Слушай, ну ближний бой тут на самом деле... Ой, слушай. Миш. Пробивается. Так, все, надо брать этот. Сейчас, я возьму. Ай, дайте пройти мне, дайте пройти, псы. Все расширили, все расширили, Юль. Все расфигарили. Вообще, да. Иди помогай. Я иду, иду, иду. Миш, у тебя супер золотая кушка. Да, я потому что много чуваков убил. Все, вот теперь хана им. Сейчас другую сторону. А, ну, короче, я смотрю, невыгодно ставить вот эти блоки. Побежали. Лучше вкачаем, если честно, в помощников. Так их разорвут просто. Стой, 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 вот здесь вот штучки. А, да, 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 молодец. Давай, давай, Юль, давай, давай. Идем, идем, идем. Я бегу, 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 бегу. Смотри, бегу. Всю стену все разобрали. Все вообще разнесли, все. О, а это какие-то петухи. Пошлеть. Жесть. Бешеные петушки, ё-моё. Все. Мне вот нравится, на самом деле, моя пушка. Мы сохранились, слушай, кстати. А, давай прогуляемся, заодно покажем новую штуковину. А мы сох... ну, а, мы вернемся. Миш, единственное, что репеллент пукнул, все. Где у нас что новое? Ну, серфинг вы помните. Вот что такое рип? Не знаю, хороший вопрос. Батл босс. А, слушай, там скелет, по-моему. А мы его вообще видели? Да, видели. Разве? Да. А я не помню. Я помню. Ну, сейчас тогда его расфигарим, получим деньги. Ты точно уверен, да, что... Да, а, да. Ну, что-то припоминаю. Это... Ой-ой. Ай, блин. Ой-ой-ой, да. Но мы его, я думаю, быстро... Ай, блин, да что жесть. Такое? Нет уж, не так ты... Миш, да что? Нафига ты сказал? Ай-яй-яй. Мы даже Может, надо рядом с ним стоять? Да, да, да он заклебался этими штырями. Нужно постоянно прыгать. Жесть, я скоро помру, нафига? Когти сломать ему надо, когти. Как? Стреляй по ним. Я стреляю, ну блин. Они все новые появляются и появляются. Все, сейчас разбомбим. Ай. Жесть. Хороший босс, хороший. Но это зато точно. Денег много заработаем, чтобы прокачать нашу базу. Скорее всего. О, смотри, какие штыковые пошли. Блин, ну это жестко на самом деле. Все, практически. Да иди ты отсюда нафиг. Даже... Все, он выл... а, Ай, блин, новый клешни, Миша. А клешни, ты что? Смотри, что делает. Они прям к нам. Ты не останавливайся, самое главное. Да я вот как раз-таки на самом деле вот на этом месте стою, они уже здесь были, слушай, они больше здесь не появляются. Эти гробики, они как более-менее безопасны. Да слушай, нифига. А когда он уже появится лично? Ё-моё. Не знаю, ты же не друг знаю. Друга поднимать, если что? Вон он. Вон пришел. Он. Блин. Ё-моё, эти штыри, я не... Я... Жесть. Да чтоб ты. А вон видно эти маленькие вроде штырики или нет? Нет, нет штырики нифига. Это от трупов. Жесть. Но они вроде не сильно так вот. Юль, твоя штука очень хорошо работает. Блин, ну меня закатит. Все, он опять жесть, ушел. Жесть, это какая-то Не, были жесть. Бы у нас полные хпшки, мы бы его забыли. Да, мы уже были покоцаны, особенно я. Просто моя ошибка была, я забыл, что это такое. Но Миш, приятно меня вспомнить. Смотри, что сделали сам. Закопали. Сейчас тебя, Юль, иди в край, пошли в край. Ты умрешь, я тебя подниму. Давай. Сейчас. А, и у меня будут новые жизни. Да, да, ты права. Ой, меня сейчас тут того гляди. Все, сейчас. Как что-то жить? На, давай, Миша. Все, о, видала? Лайфхак. Все, я танцую, танцую, нельзя танцую. Сейчас танцую. Ай, блин, ну нет, ну почему нельзя-то? Это... Я горела танц синеньким. Танц только в новом можно. Блин. Ну, Миш, Юль, смотри, нужно что чуть-чуть делаю. Экран поправить, иначе мы не роняем. Все, 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 все. Юль, подними меня на А, просто блин. Быстренько. Ну не прыгай. Все, молодец, давай. Хорош. Все, пора его валить. Стреляем. Нужно быстро его сейчас. Жесть, 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 Вы что, дураки, что ли?
Я попытаюсь. Я скоро сама помру. Блин! Давай чуть отойдем. У меня рука уже устала. Да, вот, кстати, я вспомнил в гипсе, это часто так. Жесть, Юля, сейчас я подниму. Я сейчас тебя подниму. Я, короче, другим пальцем жму. Все, отлично. Если что, будь начеку. Да задолбал ты. Все, короче, пошли его валить, иначе это бесполезно. Да. Юля, аккуратнее, только не подходи к нему настолько близко. Да, понимаешь ли, эти-то вон, видишь, шмаляют. Юль, мы сейчас одновременно умрем. А нет, я уже померла, Миша, нет. Все, уходи. Сейчас поднимешь меня, если что, хорошо? Юль, да. Будь ты начеку, где? я здесь, Юля. Сейчас. Юль, не к нему. Где под... я? Слушай, ну странно, ты чё, я вообще... не шла к нему, честное слово, меня да туда тебя, кинули. Да тебя, откинул, ну ё-моё, так близко было. Блин, да ну нафиг, с ним не будем бороться. Здесь, если что, оружие можно сменить. Мы его проходили, я тебе отвечаю. Ну проходили, нужно было аккуратнее просто ко мне подойти, и всё, зашибенко было бы. Ну я ладно. Я хочу в тот режим, да, спокойно. Миш такой, хочу показать то, что есть новенького, ищу приключений на пятую точку. Вот он, пойдемте, приключения. На пошли, пятую точку, пошли. Все хорошо. Сейчас вот эту посмотрим и это. Давай. Короче, да, ты знаешь, что делать. Тук-тук, кто там? О, слушай, тут даже так бывает. Слушай, это что за оружие? А ты уже, может, прошел? Просто. Ой, слушай, так тут не понадобится. Слушай, да, скорее всего, ты прошел. Да, просто. Я просто здесь был. Ну, нас, короче, здесь куча скелетов, да, куча вышла. Скелетов. Миш такой стучит, и оттуда. Может ватага. Быть, это рандом просто? Типа, не знаешь, знаю, как кейсик, либо тебе ого, какая-нибудь что, фигня. Ого, это что, там луч какой-то горит. Какой оно луч? Так да и не луч этот берег, Юль. А вон еще одна, кстати, да. Да, да ладно, пофигу, мы пойдем на нашу эту. Он скоро придет. Шестая волна. А, денег мы не заработали. Зато я могу... Да не могу... А, ты можешь выжившего поставить, да. Но это уже сама решай. Где-нибудь по центру, где? Я вот думаю. Здесь? По центру ставь его. Да, а как его снабдить? Ага, все, Джон. Все, Джон. Юль, давай теперь Джон надо спасать, закрывать в каком-то смысле. А, ты думаешь? Ну так а как же, нам нужно оборону-то держать. Ну, а у меня нет, у меня всего 34. Ну ладно, у тебя Джон будет, все. Я, это правда быстро пробьют, но так, мало ли. Сейчас, погоди. Ты готова, если что? Что ты хочешь? Ну, вот хотя надо бы Джона так. было защитить. Сейчас. А вдруг он будет двигаться? Джон? Как крутить, Миш, как крутить? На X жмешь и это. Сейчас мы его запрем, Джона. Он такой, нет, блин, изверги. Нормально, защита превыше всего. Все. Все. Ты как-то неправильно закрыл. Нормально. Чуть повыше надо. Видишь, вот чтобы здесь. Чтобы ему это было маневры. Все. Я все давай. Продумала. Я готов. Ты готова? Да. Ой, блин, я сменил другое оружие. Ё-моё. Ну ладно. Все, смотри. Ой, это смотри, прокачка. Смотри, я забаррикадирую. Все. Юль, к тебе гость. С какой стороны, гадай. Убирай, короче, сейчас. Сетку свою уже вниз нажми. Все. Вот. Так, откуда вот? Короче, вот Джон, отсюда. Давай, мы в тебя верим. Давай, фигарим. У нас у обоих дробаши, сейчас мы их дробаши расшмаля... хорошая вещь. О, попер. Ну, мне, кстати... Эти оборотни. Мой тоже нравился. Ой, ой. Ай, блин, Мишка на меня напал. Все, нормально. Вон, кстати, надо поближе к этому подойти. Миш, смотри, что делает. Нормально, держись. Все, нормально. Прорвали. Вот этого надо, лежачего. Все, он уже сгнил. Отходим, Ой-ой-ой. Нормально. Отойди собираем так, чтобы вот эти. Наш шмалял. Ух ты, все. Все, собираем. Шапка какая-то, шахтера. Блин. Побольше собирай, Миш. Собирай детали. Налево, срочно. Все, туда. Бегу. Ай, блин, застрял в камне. Да что такое? Вот там, о, у нас здесь все чисто. Мы еще от самих себя, скажем так. А хотя откуда вот они придут? Кто знает, может отсюда. Надо, давай сюда переместимся. Давай по центру просто стоять, и будет видно, откуда они идут. Пока непонятно. Слушай, откуда? Они типа уже здесь. Так, здесь пока не что-то вижу. Что-то залагал. Вот если лагает, значит, это они, значит здесь. Они здесь. Они здесь. Блин, а где они? Эй, мужики. Так, ну их здесь нету, правильно? Да. Все, они там. Эй, по кому он стреляет-то? По ним. А, вон они он. До них... Ой, блин! Джон! Ну его фиг достанут, я тебе могу сказать. Он как в этом, как в Титанике у нас. Никуда он не денется. Ё-моё, сколько тут народу. Ай-яй-яй. Ты держишься? Да, держусь, нормально, о, все. У нас все полный в порядке. ХПшечки. У меня все под контролем. ХПхи можно... У меня не полный. Ой, слушай, нормально. Я тебе сейчас помогу. Я потому что уже... Все окей. Сейчас еще распилю их тут немножечко. Так, вообще прям ноль. Детали мне нужно. Вот моя оружка. Тебе нужно, нравится. Знаешь, что прокачать ее, чтобы больше запчастей падало с трупов. А, короче, я пошла вот так. Все, нет места этим
саным зомбарям. Сейчас еще новая партия пойдет, между прочим. Все, меня не остановить. Все, замечательно. Я могу уже прокачаться или нет? Еще лучше подождать. Я поставлю здесь пару этих. Юля, они сейчас придут, да, сейчас. Ах, ты уже прокачала. Все, убирай. А, ну ладно. Да. Это слушай, ты кто-то строишь. Уже пришел. Да я, да, строю, но это не самое. Я жду. Откуда ты попробовал? Вон, поперли. Блин, давай за преграду. Единственное, жалко, что вот так подлагивает. Ну, я, конечно, не знаю, в честь чего это происходит, но мы. Он еще с другой стороны. Я пошла защищать ладно, Джона. Давай. Все, у меня тут зарядилось. Ох, я тебе помогу. Да, давай. Смотри, какая у меня косилка. Капец, тут, конечно, кровяки. Это всю эту. Я уже и забыла реально, каково это играть. О, ништяк, Юль. Я про... Блин, так, с той стороны тоже. С другой стороны, да, смотри. Все патроны. А ну, что за мишкой гонишь, пес? Он мой! Я отдам. Всех завалил. Костлявым всяким вонючим зомбарям. Ох, у меня даже уже в этом режиме, прикинь, устает рука. Так а что тут, естественно, тут каждый раз будет. Капец. О, вот так бы все работало. О, кровь. Все, фу. Кепки валяются, запчасти. Могу я что-то прокачать? Так, ты можешь оружие дать получше своему выжившему. Да. Пусть он ходит. А хотя, может, это при новой покупке только будет. Грязный пол, авторепейр. А у тебя денег нет, иди отсюда. А, да? Да, у тебя всего лишь 500. А вот у меня есть еще остаточки. Ну, как это так? На самом деле надо. А кто все деньги забрал? Просто выходить в другое место, набивать деньги, и все будет нормально. Но я думаю, мы в следующий раз это все сделаем. Посмотрели, точнее, если вы хотите. Да, мы да, режим-то да, да, уже да. Показали, все от вас зависит. Хотите, ставьте лайкосик. Мы еще здесь повыживаем, посмотрим, что будет дальше. Может, там потом зомбари пойдут? Может быть, что-то жесткое будет. Ну, а пока на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока!